В обход всех норм и правил коммерсанты размещали мелкорозничные точки вне закона, не участвовали в торгах на общих основаниях, самовольно подключали киоски к городским электросетям, оплатили за украденные киловатты анапчане. Нередко небольшие ларьки-киоски появляются за ночь. Жители и гости Анапы могут принять активное участие в освобождении муниципальной территории от незаконных конструкций. О каждой подозрительной, на ваш взгляд, некапитальной конструкции вы можете сообщить по адресу: улица Промышленная, дом 9, кабинет 206 или по телефону 586-96. Специалисты управления муниципального контроля выйдут по указанному вами адресу, проверят законность установки данной конструкции. При отсутствии разрешительной документации будет составлен протокол об административных правонарушениях и соберется и подготовится материал для направления на межведомственную комиссию. После решения межведомственной комиссии опубликуется в СМИ. На незаконном объекте расклеивается предупреждение с указанием сроков вывоза этого объекта с территории муниципального образования. Если в установленный срок собственники сами не разберут торговую точку, то объект демонтирует администрация. Некапитальная конструкция будет вывезена на специальную стоянку для хранения. Объект хранится 6 месяцев. Если собственник в течение полугода не заберет конструкцию, она будет утилизована. По решению Межведомственной комиссии муниципальным контролем в 2014 и 2015 годах демонтировано 73 незаконно установленных ларьков, павильонов и киосков.